Так, у меня, кажется, микрофон был выключен. Да, бывает. Димон, привет. Как ты? Как ты? Ты здесь со мной? Здоровник, это. Да, друзья, еще разочек поздороваемся со всеми. Такой небольшой казус выжил. Напомню вам, что мы продолжаем смотреть D2CL. Третий матч сегодня, который должен был бы быть, но из-за того, что в середине у нас одного матча не было, это, по сути, второй. Но там уже драфты потихонечку идут. Мы, наверное, с Димоном будем потихоньку переключаться и смотреть, что у нас там будет происходить. А там у нас команда HF против КБУ US. Вот так вот. Залетели у нас парни из второго дивизиона Северной Америки, КБУ US. Тут играет ARK и Sunlight. Вот, против ребята HF, я так понимаю, это команда, которая через открытые квалы, наверное, вышла. Потому что что-то я их вообще прям не помню. Их игру видел. Ну да, и вроде как они сейчас занимают первое место в группе. Если вот я сейчас проверю. Да, у них два матча, две победы. Вот. На самом деле довольно-таки круто, особенно для них, учитывая, что у них в группе еще имеется Гидра, Team Empire, ну, X3, кстати, которые тоже довольно-таки хорошо выступали в прошлый раз, поэтому хорошо. Еще одни ребятки с Open Qual начинают разваливать. Да, ребята пока неплохо, неплохо стартуют. Но вот я смотрел, кажется, то ли вчера, то ли позавчера. Наверное, позавчера была игра у них против Аареда или нет. Или... В общем, я смотрел какую-то катку с их участием. Да, это были Аареды. И они там прям действительно на своих сигнатурках выкатились, очень жестко своих соперников раскатали. Здесь мы видим, в принципе, неплохую подготовку от КБУ US. Они сразу же банят Тимбера или Широка. Это два героя, на которых очень-очень много отыгрывает мидер HF-ов. Заставил попотеть пацанов. Вот, я не знаю, как КБУ US. Ну, видимо, подготовились. Ну, про КБУ US, вот я недавно общался с Sunlight'ом, которого, как оказалось, пригласили на D2CL. И он... ну, в общем, как это происходит? У нас обычно ребятки уезжают в Южную Америку такие, или там в Северную Америку, неважно, они такие, сейчас мы в этом самом слабом регионе, одной левой, на уровне с ЕГЭ, поедем на мажоры. Как обычно, всегда это заканчивалось тем, что ребята во втором дивизионе никого толком-то не смогли обыграть, и они обычно возвращались. Вот. История повторилась с теми же КБУС, и ребята вернулись к нам на родину. Ну вот. Да, печально на самом деле, потому что там на самом-то деле и в первом дивизионе не сказать, что суперсильные команды. Вот там в первом дивизионе в Америке ЕГЭ, ну сколько там, 4 коллектива, да? ЕГЭ, Quincy Crew, Фозумерс и ТСМ, получается. Вот да. 4 коллектива, которые действительно прям претендуют на мейджор, а все остальные команды, которые есть в этом дивизионе, всякие там Дакчамп и прочее, это ж, ну, прям откровенно говоря, наверное, даже слабее второго дивизиона в Европе или слабее второго дивизиона в СНГ. Вот, и что-то ребята наши вот... даже во втором дивизионе, где команда еще слабее, что-то там они не взлетели. Ну, не знаю, может, на пинге очень трудно играть. Может быть, в этом дело. Ну, в общем, попытают свое счастье на D2CL, да. Ну, да, вот у них не получилось, не пошло. И у нас месье Sunlight, который, я так понимаю, является лидером этой команды, уже параллельно и пикером, там, и координатором, и всем остальным. Я, в общем, называю ходящей энциклопедией. Человек, который знает почти все о доте. Ну, не до конца понимает, где и как эти знания применять. В общем, он сейчас медленно, но верно движется вот в эту сторону капитана, пикера, драфтера, может быть, будущему тренера. И вот сейчас он как раз вот занимает слот капитана и старается на драфте что-либо вменяемое против пика HF. Вот. И, честно говоря, вот он сделал все возможное, чтобы шторм в этой игре не летал. То есть, как мы видим, первые три героя, они против шторма шикарные. Во-первых, их хрен убьешь, во-вторых, эти герои очень круто наваливают, потому что шторму... Но вот конкретно против Медузы хорошего героя нет от слова совсем, и Фурион, честно говоря, это тоже не тот герой, который способен составить конкуренцию. Да, Медуза, она, ну, она тут просто еще подкрепляется, да, вот от Трентом, то есть она будет с Трентом на линии стоять и достаточно хорошо будет себя чувствовать. Nature's Prophet — это сигнатурка Арка. Вот недавно был Турич в этом самом, в Белгороде, ФКС, и там Арк играл как раз на этом Nature's Prophet, он в финале проиграл со счетом 2-1, единственную карту, которую он выиграл, он как раз играл на Фурионе. Вот, так что будем посмотреть, что называется, что тут у нас получится. Пока мы, ну, я не знаю, что тут сказать. Doom, наверное, позиция 3, Grim 4, да, там Nature's Prophet плюс Тинь, возможно, будут на линии, мидера будут ласт пика сейчас, КБУ.
Я думаю, они посмотрят, потому что там надо увидеть, какой еще герой будет UHF. Потому что пока, ну, Doom хорош. То есть вот у нас был недавно мейджор, где 33-й забирал себе Дума на третью позицию. И это почти всегда был 100% рейн. Просто из-за того, что не было ни одного героя, против которого хорошо работал Дум. Там все, что делал 33-й, он бегал и кидал Дум в Урсу. Вот просто Ну каждую игру. да. И удивлялся, а что это Дум не работает? Но здесь есть Шторм. И уже как минимум, если Дум будет кидать ультимейт только в Шторма, то он уже будет себя полностью реализовываться. Поэтому его есть смысл одевать. Причем одевать есть смысл, конечно же, вот там БКБ, рефреша, чтобы было второй Дум. Например, чтобы уничтожить Шторма с байбека. И поэтому здесь Дум на третьей позиции блистает. Вот, думаю, лайк. Но не лайк Фурену, Да. честно говоря. Вот Фурен, не знаю, как-то Фурен он появился. Вот я смотрю на героев HF, там Медуза, Шторм, Висп, не то чтобы вот конкретно против этих героев тренд работает, какую бы сигнатурку он ни был. Там что-то они летают, все тизерятся, стрелки, ну, в общем. Ну, в общем, чисто на темпичах сделали ставку, а мы с тобой, Ники, знаем, что именно вот во втором дивизионе как-то на темпичах у большинства команды не получается там вот крепко, надежно сыграть и показать высококачественную доту. Обычная труина Да, в обе стороны. очень часто выигрывает драфт, который просто сильнее в лейте. То есть ты можешь, конечно, сделать так, что ты на ранней стадии игры будешь сильный и в лейте будешь сильный. Тогда это прям ультимативная, наверное, такая комбинация. То есть не особо приходится... О, Спирит Брейкер, ласт пиком от команды HF. Но что-то у них как-то мало урона получается. То есть вот вроде Шторм плюс Висп хорошо, вроде Медуза плюс Трент хорошо, но уже комбинация Висп плюс Трент такая, что урона эти герои не дают. И Спирит Брекер тоже что-то урона не дает, если честно. Не Ну, знаю, против этого как идеален все. Андерлорд. Если вот против этого взять Андерлорда и как-то его Ну, в запихнуть на бане, третью конечно. позицию, да, то он был бы хорош, но в бане, да. Просто у BB Team была подобная история. Они взяли вот тоже вот похожий драфт, тоже барик на тройке, просто неожиданно появился у Бескоса Андерлорд. И весь драфт, который бил с руки, получил дебаф на урон. Ой, отличный герой появляется Да. у КБУ Кстати, он US. двоих героев закрывает. И теперь уже Медуза в лейте не такая сильная. Да. Там можно посмотреть на кэфы от наших партнеров Винлайн. 2.15 на HF, 1.57 на команду КБУ US. Вот я когда приходил эту игру смотреть, я думал, что тут на самом-то деле КБУ проиграют, ну, там жесткий очень чел, вот Ники Кул, он прям супер жесткий на Лешраке, супер жесткий на Тимбере. Ну, а КБУ US просто приготовились, два бана сделали очень хороших, то есть вот как раз подконтрили прям максимально жестко. И если абстрагироваться от никнеймов, то все равно у КБУ US, мне кажется, намного лучше пик. Это получается медовый Тини, да, оффлейн Дум. То есть урона будет очень много у КБУ US, и очень жестко они будут здесь бодаться со своим соперником. В общем, давай смотреть, что Ну, из этого да, получится. я бы сказал, что Никс вошел как нож в масло против драфта оппонента, потому что вырубить его быстро, если он рубает Крапеси, почти не представляется возможным, а Манаберны не прощают. И Шторма, и Медузу. И более того, мало того, что он не прощает Манабернами, он еще не прощает дизейблами. То есть, он говорит, какая-то Медуза получает сначала стан от Крапейса, потом она получает в лицо импейл, потом там кто-нибудь еще дублирует контроль. И здесь очень крутой ласт-пик у КБУ. Я вот тоже считаю, что они после этого ласпика, ну, смотрится намного ярче. Вообще, когда ты, ну, играешь против Никса, и если у тебя есть персонажи там с каким-то большим количеством урона, то ты его можешь не ощутить там ни на шторме, ни на медузе, да, ты просто в него влетел и убил. А тут чем убивать? То есть в него должна будет бить медуза, в него должен будет бить шторм, правильно? И что-то как-то, ну, не хватает. То есть часто такое бывает, что ты играешь, например, на каком-нибудь Никсе, бежишь, 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 а в тебя бах, какой-то Марс прыгает, арена, копье, и сверху еще мидер там какой-то нюк кидает, все, ты умер. Здесь такого не будет. Там Спирит Брейкер прилетит, он урона почти не даст. И как войти этого... Короче, не знаю, я не совсем вижу, как HF будут свою драку строить, вот чисто из-за того, что у них такие вот саппорты. Но, может быть, что-то получится, давай смотреть. Потому что парни уже один матч выиграли, причем не самую слабую команду, а Red Thunders. Они на прошлом D2CL в плей-оффе несколько даже коллективов умудрились пройти, они там на гамбитах остановились. И вот тут, кстати, ФБшка вполне вероятно, да, для маэстро. Очень Слушай, приятно. Red Thunders это же те самые ребятки, которые стабильно два фрага в минуту делали.
Номинов в Ну да, матч они с очень. участием. Это вообще мы фанаты этой команды стали, потому что каждый матч с участием этой команды это просто дикая месилова, неважно какие герои, там постоянная зрелище. Поэтому... И они, по-моему, сыграли даже 2-1, если мне не изменяет память. Поэтому Red Hat Thunders так-то нормально шпилят. С да, душой играют, ребятки. Тут уже КФ на карту, 1.6 на HF и 2.1 на КБУ. Неужели это все после First Blood или после того, что забрали... Вот, ну, типа, играется Фурион против Медузы. На самом деле, я бы не сказал, что Фурион против Медузы это какая-то... Ну, типа, что это прям плохо, что Медуза прям чрезвычайно хороша против Фуриона. Фурион на слотах, как кэрри-герой. Причем он тут не один. Тут и Гримстроук может иллюзию сделать с Медузы. И Никс, вот как ты верно отмечаешь, тоже достаточно жестко работает. Ну, короче, ладно, давай смотреть. Ну, мы просто рассматриваем в контексте того, что если Фурион будет бить одну Медузу, она будет всех. Она, так сказать, пополезнее. Но Никс и Сайси, ну, он здесь все изменил. Вообще, большая проблема в лейте, если у кого-то мало станов. Потому что если мы берем противостояние двух коров 6 на 6 слотов, то там уже больше решает не само наличие коров, а количество станов, которые не позволяют ему бить. И у КБУ с этим проблем нет. Да. Вообще никаких. Вот КБУ там реально, если захотят, они эту Медузу из стана просто не выпустят в один момент. Поэтому здесь, конечно же, очень хороший лайнап. При этом мы видим хорошего героя под Алибарду. Ну, это там потенциально какой-то Дум, например. Если соберет дать Алибарду, то эта Медуза не будет бить. Если он соберет рефрешер, он потенциально даст две Алибарды. То есть Медуза, она вообще не будет бить, если Sunlight все правильно сделает. Да. Есть такое дело. Как тебе, ну, Никит? Да-да, как тебе 10 секунд контроля только от двух алибард, если ты играешь под рефрешером? 10 секунд твой кэрри-герой не бьет. Это жестко. Ну да, это жестко. Как минимум жестко, да? Как максимум имбово. Ну вот. Вот в топе, вот ты отмечал, что здесь Фурьончик, он стоит против Барика, и Барик, он обычно считается очень хорошим лайнапом против Фуриона по игре, просто потому что он его там быстренько находит, он постоянно врывается, а там еще и ассистит Висп, но... Это, естественно, все будет работать, если, например, Барик возьмет хороший левел, хороший старт. И вот тут из-за того, что Никс пятерка, все мы знаем, что Никс слабоват на линии, и как раз этот Никс пятерка позволяет Братруму это на этой линии чувствовать себя слишком хорошо. То есть здесь вообще ничего Братруму и спуск сказать невозможно, ни Фурианом, ни Никсом, так как Никс не способен точковаться ни с одним, ни со вторым. Ну да, но он будет пульчики делать, его задача, чтобы Фурион просто тут качался. Да, дабл пул. То есть нужно срочно сделать дабл стак. После дабл стака желательно все это дело выпуливать, чтобы сливать пачку крипов. Вот. И. Странно, кстати, что они этот камп не заблочили. А, не заблочили, прошу прощения. Да, этот камп они специально заблочили, поэтому виспу с бариком желательно вот эту точку контролировать и ни в коем случае не позволять выпуливать. Это им ход задачи номер один для них на линии. Это так и есть, да. Ну, пока, короче, у нас все качаются, никто никаких проблем не испытывает. Единственное, что Шторман, наверное, в миде против Тини. Очень хорош, потому что Тини милишник, он постоянно приходит, глотает эти ремнанты, оверлоудами его шторм бьет. И ты все время как-то не на полных хитпоинтах, знаешь, а там внезапно и Баратрум какой-то может прибежать. Теоретически так, у нас погибает в итоге Тренд Протектор в боте, допускает ошибку. На него напали через землю огненную, через Инксвелл и справились с ним. КБУ. Даже без Infernal Blade забрали, интересно. В общем... Тупо дают миличного Трента, и Тренту здесь по-хорошему лучше стоять за Медузы, потому что в ближнем бою Трент, вот этот тут без брони. Ну ладно, броня у него есть, но ее крайне мало, он там, конечно же, отлетает крайне быстро. И Sunlight пошел. Sunlight находит себе крипчика. Взял себе крипчика на скорость, теперь он будет быстрее бегать, что тоже довольно-таки неплохо. И он готов. Он готов разваливать Трента еще раз. А сверху, слышу, происходит сверху. Сверху корова с виспом, молодцы. Корова с виспом, они вот эту точку контролируют и ни в коем случае не позволяют Никсу сливать пачки на маленьком кемпе. Ну, пока по лейну я бы сказал, что вот HF ну, как-то посолиднее выглядит. Не считая смерти Трента, они... По крайней мере, сверху Фуриона прессуют, причем конкретно. Ну да, смотри, просто сейчас Фурион там апнет 5-6 уровень, начнет летать максимально. В боте опять убивают Тренд Протектора и... Начинаются уже, конечно, проблемы из-за этого, потому что Трент вернуться на линию быстро не сможет. У него 20 секунд КД телепорта будет, ну или пешком надо будет бежать Ирецу. Вообще не факт, что останется в живых здесь на линии, потому что Дум вторую подожжет, на него побежит, тем более с этим скрипом, да, которого вот ты отмечал, что он скушал крипочка на дополнительный МС. Не убежать, да, я бы еще отметил, что Трент очень жадный, вот этот вот самый билд через Трента. Не знаю, играешь ты на нем часто или нет, но обычно, когда Трент берет урбу феном, такой думает, ну все, сейчас
я пойду Сейчас дам. буду бить. Да. Сейчас он будет бить, но конкретно Медуза это немножко не тот керри, который вот реально бьет. То есть, если уж хочется тритом там кого-то прямо разваливать, нужен такой крепкий кор, наносящий много урона. Ну, первое, что приходит в голову, какой-то джиггернаут, чтобы он там зашел, там с вертушки начал дамажить конкретно, и тогда у него появляется шанс. Ну, а Медуза это немножко не то. Медуза, она больше ну, такой. Да. В деф играет, поэтому да, тут, наверное, надо сосредоточиться на пульчиках, на каких-то стаки какие-то делать. Если миду закачается, в принципе, Трента это должно устраивать. Ай-яй-яй, не запулил, да ладно, какая же сложная игра. В смысле, он такой, мне кажется, специально одного хлеба. Одного? Серьезно? Я бы ну там же, всего. Там просто эта пачка, она даже одного, может, не убьет. Хотя не одного, наверное, заковыряет. Я просто не понимаю, в чем смысл тогда. Так уж проще даблпул сделать, и потом на следующую пачку запулить всю, чтобы она осталась. Тогда, ладно. Тогда. Но, ну, может, он еще тоже не особо хочет, чтобы там крипы... Просто есть такой имбовый крип маленький, есть, который дает тебе ауру мана регена и возможность выжигать ману. Вот если такого крипа Дум найдет, то Медуза сразу с лайна выкатится нафиг отсюда. Вот, и тут сейчас постарается даже специально все это дело зафармить. Снова нападают на Трента. Трент пока что терпит, но умрет. Умрет, да. Да, ну вот так вот они его забирают по КД. Ну, вообще, по-хорошему Тренту здесь лучше не бегать, просто потому что, опять же, он никуда не убежит из-за спитауры. У Трента нет сапога. Ой, Фуриону плохо, смотри. Беги, малыш. Да, ну Фуриону веточку пробовал посадил. Веточку поставить. Не-не-не, братишка, ты тут вообще никуда не денешься. Так, ну-ка Нетверсы. Нетверсы говорят нам о том, что... Ну, пока дела у Медузы в разы лучше, чем у Фуриона, просто потому что она не умирает, впитывает Трент, а вот Фурион его вообще оставил ни с одного. Понимаешь, что на линии он с ним особой каши не сварит. Но, зато, может быть, он сварит кашу против шторма. Пошел, Гримстройкич навешал щит, в шторме все летел. Да, ну, в общем, тяжело Никс Ассасину найти свое место на карте до 6 левела. Это, наверное, вообще самая большая задача для этого героя. Самая большая главная боль. Вот, и где-то вот Вардену желательно найти свою точку, чтобы он ну, рано или поздно мог быть полезным. Медузу в этот момент прожаривает Дум на сложной линии, пока как бы на сложной линии просто разваливают. Да, мы видим то, что Дум здесь не щадит. Плюс еще прилетает Фурион. Да, и сюда телепортируется Nature's Prophet, который готов помогать с пенечками все это дело пропушивать. Не знаю, как-то вот что сейчас делать, там в центре что происходит, нападают на виспа тоже забирают. Очень агрессивно. Вот из-за того, что так бездарно проиграли свой сейфлейн HF, тут вот могут возникнуть проблемы на самом деле. Ну ладно, сюда телепортируется Медуза, попытка убить ММР-туриста. ММР-турист. Но живет ММР-турист. Или нет? Он регейнс, никакой поддержки нет. Барик нужен, где вообще Барик? Барик, а, Барик в миде вливает на Тинни. Тинни находится один, его тоже забирает. Очень хорошая игра от Барика, ну хотя бы кого-то он начинает штрафовать. И, в общем, ну, тяжелая игра для Трента. Тяжелая игра для Таники. Да, на самом деле для Трента не тяжелая игра, просто он плохо все сделал. Не, она уже становится еще тяжелее и тяжелее с каждым разом. Ну, так всегда, если ты на пятерке 4 раза за 7 минут умер, ну, блин, братан, готовься, будет тяжело. Это ачивка, кстати, умереть 4 раза до 4 левела. Такого, кстати, такой, да. Часто видишь. Это, да, парень нормально нафидел, конечно, на Тренте, маэстро. Вот, но вот повторюсь, для меня вот самое страшное, вот если бы я был бы фанатом команды HF, о чем бы я переживал больше всего, что после 15 минуты у них просто нет урона. То есть вот как они, надо как-то вот играть отдельно по карте с этим виспом, искать Фуриона, убивать его, Трент забрал руну иллюзии, за это поплатился. Ну, наверное, вот конкретно эта смерть не такая страшная, потому что если бы Тинни забрал руну иллюзии, это было бы не очень хорошо. Шторм влетает, карапасы работают, ультимейт Фуриона, это опасно, прокаст у Тинни скоро появится. Ну и тут, наверное, надо отступать потихоньку. Сохи получает подкоп, получает тычки Infernal Blade, что по тизеру, тизера нет. Еще и Совух этот здоровый там форстафит. Ники Кула, ну Ники Кул вроде отсюда как-то увиливает. Я бы начинал еще задумываться на месте HF, что Барику пора бы вступать в игру, потому что довольно-таки мобильный герой, у него уже все необходимое есть, ну, супер сильным он там в ближайшее время не ставит, у него имеется закрытая брать четверочку, и ему желательно как-то вот вместе со Штормом делать рыбу, потому что Шторм без Барика в этой игре не особо-то и работает, у него урона у него пока очень мало. Они вообще, по сути, единственное, что могут делать, это развалить людей по одному через Барика и Шторма, это вообще единственный вариант на карте. Ближайшие минут 20. Вот, и Барик, он пока стоит, Барику хорошо, Барик никуда не уходит, но сейчас Медуза его подвинет, она говорит, слышишь, ну давай-ка валик с этой линии, я пришла. Им надо карту открыть здесь вдвоем, то есть вот Медуза пришла, и крипов действительно надо отдать Медузе, но вышку Баратрум пытается помочь забрать, очень с этим туго, Трент дефает в боте, но у Трента всего лишь уровень 3.
Первая лоза. То есть, да, лоза особо не дам, а вот тут его еще и поймали. Ну, у него даже сапога нет, он даже убежать не может. Это такая поминочная для Трента. Вот. Хотя сапогом хотя бы можно убежать в эти вилки. Без сапога этого сделать невозможно. Так, ну и вот что? Карту открывают вроде. Ладно, размениваются вышками. Если бы бот был бы спушен, а топ не смогли бы HF испушить, это была бы просто похоронная для них. Была даже мощная. Да. Даггер появляется у Тиника, у Анихилейта. Анихилейт сейчас готов врываться, готов уничтожать просто всех. У него очень мощные сапы, Аркин Руна, которую он подбирает. Шторм видит, как тот подбирает Аркин Руну, облизывается, потому что ему бы эту руну тоже хотелось бы забрать. Ну и пока небольшое затишье у нас. Да, небольшое затишье. И самое время посмотреть на кэф от наших партнеров Винлайн. Уже на карту 2.7 на ИЧФ 1.34 на КБУ. Но вот чем знамениты КБУ, так это тем, что они очень часто игры забрасывают. Вот, я смотрел некоторые их катки в Северной Америке. Там такие закидоны просто лютые, что мам не горюй. Так, и Беспа тоже должны будут здесь подзабрать. Забирают, да, очередной фраг. Преимущество, конечно, особо не увеличивается, но... Карта начинает очень сильно, ну, как бы зажиматься, и Медузе может просто негде будет фармить. Пока Рецу, как бы, качает тройку, ему пространства хватает, Дум покупает Медасик себе. Ну, пусть качается. Сейчас, по сути, вообще единственное место на карте, где Медуза чувствует себя спокойно, это тройка. Ну, и тройку очень легко дефать. Там поставил Сентрик в одном месте, Сентрик в другом месте, и в целом контролируется три подхода. Поэтому на месте ЧФ сейчас желательно не жадничать, потому что вот этот ник 6-го левела и тени с Бинком, они вдвоем убивают кого угодно на карте. Да. При этом еще добавляют туда Фуриона, который пролетает с ульты, поэтому здесь вот... Главное, чтобы на тройке стояли Сентри, вот это самое главное. Две Сентри на тройку, и все. Трент успел отпрыгнуть, не умер. В итоге Вендетта была потрачена зря. Самое хорошее, что могут делать ИЧФ, это искать Фуриона на сайдлиниях и убивать его через Чарш и Релокейт. Пожалуй. А Фурион тоже не глупый. Он тоже пошел на тройку. Но фармит он, конечно, медленный. Вот смотришь, как фармит тройку Медуза, смотришь, как фармит тройку Фурион. Он, конечно же, в этом плане без молнии проседает. Но вот с молниями сейчас будет побыстрее все происходить. Так, Шторм. Шторм у нас сразу же с тройки вышел, его оттуда моментально выселили. Медуза сейчас, ищет, смотри. Ищет Дума, смотри, в Думу хотят принять. Пошел, Штормец на фулману залетел, помощи ноль, забрали Медузу в Дума. Ну, естественно, размен для КБУ ЕС хороший. И на месте Медузы вот такие точки вообще выходить ни в коем случае нельзя. Куда она вышла, мать? У тебя даже Сентри Варда здесь нет. Кумон, малыш. Ну и вместе с ней Трент за компашку. Пам. Хотел ульту заюзать, но хорошо, что не успел. Так, ну в общем, Медуза у нас неопытная, как оно видно. Она редко была в таких ситуациях, где мало пространства для фарма. Она такая, хочу-ка я пофармить мид еще, зафармить тройку, а потом, может быть, еще и пойду вверх отпушу, думаю, такая Медуза. И если Тини с некосательством на все это дело будет реагировать, она вообще ничего не будет фармить. Поэтому здесь, конечно же, нужно проявлять меньше жадности и где-то фарму дожертвовать, чтобы она оставалась сла. Ну а вот Тини, вон он все очень просто делает. Он увидел Медузу сверху, моментально прожимает смог, сразу же идет на вражескую тройку. На тройке по-прежнему, кстати, стоит Сентри Вард. Успеет ли принять? Я вот не знаю, Медуза качается. Ульты Фуриона нет еще. 15 секунд, да. Какой-то странный смог, они, ну, Трента заберут. Они что-то там побегали. Они видели, как Трент провардил. Да, и Вард еще заберут. Кстати, вот. Ну, ладно, может, Варта они не видели, но Трента точно видели. С таким кайфом, Никит, сейчас играю на пятерке, ты бы знал, просто на все бабки закупаю Сентри, раньше никогда так не делал, и просто бегаю и ищу Варды. Находишь один Вард, особенно там после 30-40 минуты, и это x3 деньги за Сентри. Там где-то 250-300. Да, это жестко. Это прям кайф. Ну, на самом деле, не только за саппорт это хочется делать, но еще иногда там за коров, за троек вообще с огромным удовольствием девардишь против. Да, это механика хорошая, конечно. Вот на саппортах стало чуть попроще играть. По сравнению с временами, когда и апсы и золото стоили, когда еще куры надо было апать. Это да. Очень хочется, конечно, Думчика здесь шлепнуть. Есть чарж. В лед шторма. Тут сразу же массовый телепорт. Дизейблы ребята застакали. И, ну, по крайней... Ну, хотя бы так. Двойной щит. Ой, хорошо. Ну, этот раз Дум молодец. Он
стоял под вышечкой, он, возможно, даже осознанно понимал, что его будут забирать, но в ответ забрали Виспайбера Трума, и это очень хорошо. Это такой солидный буст вообще для всех героев КБУ. Да, типа видишь, как бы спейс для Медузы, как бы, да, можно сказать, что вот это вот все произошло. И до тех пор, пока вот что угодно HF могут делать, но если у них не пойдет мид-вышка за 20-25 минут, скорее всего, их шансы резко возрастут. Вот, но что-то я не уверен. Тут сейчас БКБшка у Дума уже. Ну, хотя скоро, не знаю, у него что-то. Я думал, может, ему уже что-то там летит, но у него сколько, 5-700 дней, не может у него еще быть БКБ. Короче, БКБшка у Тини, БКБшка у Nature's Profit, и, ну, может быть, очень сложно. Хотя Profit... Фурион планирует Грифнир пока что. Ну да, он не торопится, он будет шторма ловить. Такой вот прикольный промежуточный вариант против всяких летунов. Учитывая, что сейчас вообще мета — это одни спириты, спириты, спириты. Вот этот айтем, он очень хорош не только на Фурине, ну и там какой-нибудь Белки, например, куда смотрится, просто чтобы ловить этих летчиков. Вот, да, у Белки и так много дизейблов. Она там еще и вторым привяжет, и потом Глифнир, и все на свете. Так, у нас Баратрум почему-то без топорика нет. Играет. Ой-ой-ой. Молодой. Ну, под, смотри, под бульдозом его убить не смогли. А там влет на Дума, ММР-турист. ММР туристов езжает. Блин. Ты вот хвалил. Конечно, Санлайсер. Да, да, да. Ты, смотри, ты вот хвалил Шторма в начале игры, говорил, что он очень круто разваливает на Тимбере и Лешраке, но он на Шторме нормально играет. 3-1 бегает, постоянно мне, кого-то забирает. Мне приятно видеть, что попав вот в такую ситуацию, когда счет 6-16, игроки HF не жмутся по карте, а пытаются искать. То есть вот они увидели там на Баратрума в боте напали. Ага, мы сразу видим халяву, убиваем. Так, а что это за релокейт? Разные цели бьют. Разные цели вообще бьют. Одни бьют Тинника, вторые врываются без варика, стараются забрать хоть кого-то, но вообще никого забрать не могут. Ник старается выжить, но у него ничего не получается. Вот тут же забирает. Тут Тинник героически сражается с двумя, и он все это время держал на себе спиртбекер по итогу живой. Ой-ой-ой, маны. Ой-ой-ой. Нет, ну ладно, вроде улетел. Ну, короче... Ну, в итоге, да, размен. Короче, не скоординировались они. Там одни влетели на Тинни, второго на Никса. Но главное, что Медуза выжила. Медуза. А Медуза манту потратила, и Медуза отсюда вообще, походу, никуда не денется. Баратрум пробегает, рубит, пытается начать с профита. Куда ж ты тебе нет, ну все, я думал. Наверное, Медузу он бы никак не подсейвил. Релокейта нет, да. Релокейта нет. Ну и Медуза отправляет иллюзии для того, чтобы башенку там как-то побить, полупить. Да, такая игра очень активная получается. 25 фрагов уже за 17 минут. Прям очень жестко, ребята, месяцы. По итогу поменяли... Ну да, в итоге суммарно размен получился отвратительный, потому что убили Медузу. Ну а так БКБ Шторма поменяли на Никса, там что-то потрейдились. Думульту свою не потратил. Сейчас на Тине могут напасть. Я не знаю, видит его, не видит. Да, видит. Дайкер сбивается, Баратрум под Аркейн руной. Грамотно не жмет чарж сразу. Успевает Тине сделать блинкаут, что по ульте будут ли баши. Ультимейт на черт просто нет, здесь уже нельзя находиться. Ай-яй-яй, ребята что-то не доиграли здесь по ходу. Улетает спиритбрейкер, живет. Трента, Трент прикопку использует, по-моему, очень зря он ее использует, потому что ультимейт у Трента это не та способность, которую ты можешь нажимать постоянно. Ну а Медуза там иллюзиями как-то вот что-то там мансит, что так, а тут что еще хотят? Тут еще хотят, пролетает арк, подцепил шторма, шторм жмет. Ага, связка пошла, как ММР-турист, где он? ММР-турист далеко. Чтобы дать думы, убить еще здесь шторм спирита. В итоге шторм мог бы, как бы, наверное, просто не нажимать. Так, слушай, а Тини-то без маны, и в него можно влететь, что ж ты тут, братишка, забыл? Сейчас ультимейт от Баратрумчика, вот так вот, там что-то раскастовывают. Глиммер нажали, но ничего не помогает. Ну, Тини дает шанс. Тини дает короче, шанс. Не, я, да, хочу сказать, что не без ошибок КБУ и ЮС играют. Явно не без ошибок. То есть уже вот Тини погиб, Дума там два раза шлепнули. Тоже можно сказать, что допустил такую ошибку. Вот, а в миде вышка-то не падает под Трентом, смотри, Димон. Да, ну Трент молодец. Ну, то есть, несмотря на то, что он очень много фидил, но, как минимум, вот я вижу, броню он вкачал, причем, я так понимаю, он, ну, некоторые там любили лазу качать, чтобы, например, там, дефать сайдвэшки, но здесь уже, по сути, этот момент ушел. Он просто макс армор, чтобы у Медузы было максимальное время для сидения на тройке. Единственное, Медуза почему-то, она вместо того, чтобы сидеть на тройке, она реально куда-то идет там, сейчас я войду, змейку кину и пару тычек дам, но она сейчас очень слабая, она, то есть ее импакт он почти не чувствуется. Она там вот вышла, они в лучшем случае били Никса, и при этом она сама отдалась за это. Так, кэфы на матч от наших партнеров Винлайн, 3-4 на HF и 1-21 на команду КБУ. Я так понимаю, на карту, если кэфы откроются, то там HF будут позади. Но как бы 3К преимущество всего лишь, если что, на 19-й минуте против Медузы. Да, и вышка стоит.
я бы не был бы так уверен. Да, вышки все стоят тут. Если бы вышки не стояли, эти 3К преимущества можно было бы развить там в 10-15, там, забрав Рошана, ограничив фарм соперника. А так вот, слушай, тут, кстати, интересный момент. ММР турист. Шторм видит. Да, его видит, Глифнир пошел, но там БКБшка. БКБшки, ребята, уходят, тренд зачем фидит? Тренд сам себя это, втолкнул. Что за релокейт? И Висп сам себя решил похоронить. Кнопки, парни уже так жмут. Просто такой, а, вижу замес, мужики, нажимаем все кнопки, и вот они минус 2 на ровном месте. Ну, Висп явно мог не умирать в этой ситуации. Ну да. Да и тренд зачем вообще, зачем он туда пошел? Ну, вот в итоге радует, это вышка. Конечно, да, это в итоге минус вышка радует. Мне кажется, команда КБУ ЕС то, что у Гримстроука уже половина аганима есть. Вот рофлы рофлами, а аганим Гримстроука это, ну, вообще не смешно в этой игре. Так, арк здесь, использует Глифнир, есть Shadow Blade, детекшена не завезли, и Nature's Profit здесь перед брейкера забрать не в состоянии. Так, готовы ли драться на Рошане? Вот в чем вопрос. У Медузки Скади еще нет, у нее Dragonlance манта, но вообще Медуза, которая много фармит, она без Dragonlance может вытащить манту Скади за 22 минуты примерно. То есть вот как это расы. Ну ладно, наверное, хороший у нее фарм, она Nature's Profit не отстоят, у которого в команде 22 фрага, если что. Так что, наверное, это ок. Вообще здесь момент такой, что не очень хочется покупать айтемы на интеллект, потому что чем больше айтемов на интеллект она купит, тем будет эффективнее работать моноберн. Там модификатор да, 5, да. Он прям будет возможно, хорошенько летать. Возможно, даже если Медуза докачается до 30-го, представляешь, как она бы не хотела на 30-м уровне качать талант на 75 интеллект. Да, представляю. Я думаю, там будет, там уже на 30-м левеле, там будет задача, нужно вырубить Никса. В принципе, для этого, кстати, герой есть. Есть Барик и Шторм, если они тоже будут по 6 слотов, у них есть вариант. Там, да, там же такая ситуация, когда это будет все на 30-х уровнях, там черт пойми, что будет происходить. Так, Варн здесь палит маэстро. Сейчас все это будет девардиться. Чарш использован куда? Я не вижу куда. В ММР туриста, но ударяется спиритбрейкер в карапас, и чарш прерывается, и по итогу ему еще ультимейт на Nature's Profit в жбан прилетел. Нет, этого Рошана дефать невозможно. Вот, поэтому, скорее всего, его придется отдать. Кто подбирает Aegis? Aegis подбирает арк. И уходит отсюда. Приятно, наверное, то, что для команды HF приятно то, что Nature's Profit не покупает БКБ. Это значит, его можно будет два раза как-то легко убить магией. Хотя, опять-таки, магии-то никакой. Маловато, да. Там только шторм, если влетит. Ну и все, по сути, это единственный магический ран. Вот, смотри, в топе сейчас можно выбить Aegis. Релокейт плюс чаш. Вот, это ж халява. Да. Но ребята никого не видят, поэтому. Ну, коровке нужно что... Shadow Blade, и нужно в Shadow Blade просто пробежаться, потому что тут вероятность Сентрей нулевая. Посмотреть, мы-то видим, что за арком никого нет. А вот ребята из HF не видят. Но сейчас как только они убедятся в том, что арк здесь один, сразу минус Aegis. Давайте, парни, не тупите. Ну, вот так, Shadow Blade, коровка, Shadow Blade. Не, ну все, арк отсюда телепортируется. И тут сейчас могут на самом-то деле Медузку поймать, потому что она уже показывается. Манту тратит, причем абсолютно зря, потому что Глифнирия прилетает. ТП плюс Стоунгейс. И ребята успевают сменить позицию. Ну, вообще, если вы выигрывают время, качаются, да, качаются, выигрывают Шторм время живет. На... Опа. Минус БКБ опять. Опа. Минус Висп. Прикопка пошла, и зачем? Так. Это развал. Медуза пришла, Медуза беги. Беги, мать! Ты что творишь? Беги, малышка. Ну просто они влетают, они уже отдали все свои кулдауны, там, ну, минус ультрента и так далее, и медуза без тунгизда, они что-то идут кайтся. Короче, мужики, убегаем. Опа, минус Aegis. Aegis потерял, да. Фиданул, ну. Не, ну за Т3 вышку-то, конечно, за медузы ты не полезешь, это понятно. Да, в итоге, конечно, не так плохо получилось, как могло бы, но что это была за драка, я вообще не понял. Vaeges, ребята пошли, Stonegaze, ладно бы у них хотя бы Stonegaze какой-то бы был, да, но у них же даже Stonegaze не было, понимаешь, в чем дело? Да. Ну и вот на преимущество развивается. Как только вот эта вот центральная вышка пала, КБУ сразу же заходит, забирает центральную вышку, моментально захватывает вражескую тройку, все это дело перевораживает, ну еще КБУ вышку сверху было бы здорово забрать. И резко вот весь радиус фарма HF, он сужается, ну, наверное, раз в два. Да. Может да. быть, даже в три. Пока у Медузы не будет Скади, в принципе, ей включаться в игру очень-очень сложно. Не знаю, как они вообще планируют это Скади дофармливать, потому что тут... Что, а Тини там хочет Муншар, да? Так, ребята нападают на Тини. У Тини есть БКБ и есть Эссенс Ринг. Что-то так себе атака, если честно.
Он БКБ в руке. Медуза, Стоунгейс. Спиритбрейкер погибает. Слушай, неплохо. ММР Турист здесь. Неужели не выживет? Жесть. Двух героев теряют сейчас КБУ, и причем очень жирных. Это Дум, который топ-3 на Творса, и Тини, который... Ну ладно, Тини там в помойке по Нетворсу, но у него левел большой. Да, но они молодцы, то что не побоялись просто потому, что Дум-то без ульта. А Фурион был, да, в другой части карты, и вот воспользовавшись этим. За счет мобильности сделали два фрага. В общем, по сути, это все, что нужно вот им делать на протяжении всей игры. То есть они не обладают какими-то такими супермощными кулдаунами, чтобы можно было разваливать за миссии 5 на 5, но мобильность у них дикая. И вот этот вот барик со штормом, они так-то одеваются и почти любого героя вдвоем убивают. Вообще почти любого. Короче, да, в переводе на пацанский надо искать халяву, правильно, Тимур? Да, да, да. То, что когда-нибудь Висп он перестанет бегать со штормом, потому что как только у шторма появится линка, он будет сам себе о, заливать арк, ману. Палится. Так, это опасный момент, но у него есть Shadow Blade. Опа, и... опа, опа. Опа, ну, что, долго думал. Там видно было, что пеньки вызвались. Если бы Шторм чуть-чуть посмелее бы играл, он бы мог туда залететь. Ну а теперь что? А теперь Дум в смоуке, да, и ребята готовы сражаться. У Медузы нет Стоунгейза, но у нее есть Скади. Стоунгейз будет через 15 в спину порталиться. Арк в ШБ, он сейчас здесь найдет, да, нашел. Релокейт. Да, это неудачный. Худший расклад. Худший расклад, который мог быть. Ну, Дум потратили, хотя бы так. То есть, в принципе-то его могли и без Дума убить, понимаешь? Да. То есть там просто застак и дизейблы так, чтобы не потребовалось вообще ничего. На верочку кнопки жмет. Да. Sunlight. Так, ну, в общем. Надеяться Шторму, что его Вис спасет, вообще не стоит, потому что Шторм тоненький. Ну, у него как бы 2200, но этого все равно мало. Поэтому Виспу есть. Ой, дабл дэмэдж в боте. И со Штормом Виспом подраться, учитывая, что нет Дума, был бы хороший вариант. То есть Виспу в этой игре пора бы уже бегать за Медузой, а Шторм там пусть сам по себе развлекается. В любом случае, Виспу его уже не сэвит, а у ману Шторма будет, у него почти имеется. Топ телепортируется Медуза, и это, кстати, видит. Но она с ДД, сразу же делается портрет, и... Ой, как больно! Прикопка пошла! ММР-турист ворвался! Стоунгейза больше нет, Братрум во всех ворвался, саппорты погибают моментально, минус Фурион, сюда приходит Шторм Спирит, ММР Турист не выживет здесь. Блин, как это, как они умудряются эту драку проиграть? Так это же идеальная драка для Медузы. Что может быть идеальнее? Она прыгает в точку, где до нее сложнее всего добраться, она врубает Стоунгейз, и все на нее прут, а она еще с дабл дэмэджем по всем стреляет вообще. Как вообще можно? Как вообще можно лезть на Медузу вот с дабл дэмэджем в такой ситуации? Жесть. Это камбэчный, Никит, это камбэчный. Это наши мальчики, это 4200 за один файт, 4200. Так я же тебе говорю, что КБУ, US это команда, которая регулярно забрасывает. Я когда открываю, ну чисто знаешь, там много матчей идет ночью. Вот, я такой, так, что там КБУ играют, ну ладно, там спать лег, думаю, просыпаюсь. Так, а как они интересно сыграли? Открываю там типа первую, вторую карту, и там начинается вот этот вот график пульса, знаешь, типа вверх-вниз, 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 вверх-вниз. То есть у них очень много вот таких вот игр. Вот процентов 70 они, ну, играют, допуская ошибки, даже если у них вначале все хорошо, даже если у них овердрафт в игре. Как это было здесь? У них было прекрасное начало, они перепикали своего соперника, это совершенно точно, но вот эта вот ошибка сейчас на самом-то деле может им и игры стоить. Во всяком случае, эта ошибка продлевает игру как минимум минут на 7, мне кажется. Но если Медуза вырубает Стангейс на 20-м левеле, ловить в лицо Стангейс вообще нельзя, это контроль на долгое-долгое время. Надолго, да. 3 секунды, а он еще 8 секунд, как бы ты 8 секунд не можешь бить. То есть там вообще такая ситуация может быть, что 8 секунд ты как бы ее вообще не бьешь, потом еще замораживаешься на 3, и вот она Медуза все это время просто лупит по лицу. Мы еще не забываем то, что вот герои команды КБУ, вот что Никс, что Дум, они все очень легко контрятся линкенсферами. А Медуза, помимо линкенсферы, может еще какой-нибудь аганим шарт взять. Ну, как бы и аганим, и шарт, я имею в виду. Так что ты в нее кидаешь таргет спел, а тебе прилетает аганимная змея, которая тебя станет. Ну, это вообще не классно. Вот особенно, когда ты играешь, знаешь, на каких-то на леонах, на шаманах, ты типа хекс даешь Медузу, а тебе змея обратно полетела и тебя застанила. Самое жесткое это с ченнелинг спелами, там вот Shadow Shaman. Да, там вот эти вот бейны, вот там вот. Неприкольно. Да. Ну, это камбэчная, это полноценный камбэк. То есть теперь единственная задача для... Две задачи для HF. Это первое, шторму не поймать Doom.
принципе, для этого ресурсы есть, да, уже имеется БКБ, Линка, и у него есть варианты, чтобы он ворвался первый. Второе, это чтобы быстро стоили Никс Ассасина. Учитывая, что Никс Ассасин в своей команде сейчас самый бедный, у него только Юл, у него очень мало, у него маленький левел, у него мало шмотов для того, чтобы выживать, то стереть его легко. У него всего лишь 1100 хп, это очень мало, особенно для такой стадии. Поэтому, выполняя вот эти две опции, эти две функции, HF уже они в замесе сильнее, потому что Медуза уже дамажит. У него совсем недавно ничего не было. Буквально вот там с хода на ход она покупала Скади, и после вот этой драки выигранная тут же покупает Кристаллис. Дэмэдж есть. Это жестко, да, это жестко. Главное Медузе бабочку не покупать в этой игре. Плюс, плюс. А то появится темный портрет, который она сама не сможет разбить. Да, да, да. Ну, я не помню, по-моему, драка, Тини. Беги, малыш. БКБ успел нажать. Что по линке? Линка не работает. Надо бежать, надо отступать, нужен дум. Дум идет. Как же тут бежать? Дум. А они врываются. Медуза начинает просто наваливать по Думу, причем наваливает она Аска, стоит 4 героя, она по всем лупит сплитшотом, при этом все это время действие происходило под стунгейзом, забирает шторма, у нас продолжает бегать коровка, Медуза без маны пытается что-либо сделать, на нее очень круто контроль Никс, и вот он, пошел самый контроль, пошел тут самый контроль, и все, Медузе конец, ее развалили. Да, немножко ребята себя переоценили в такой позиции напасть. Ну, темный портрет Гримстроука очень сильно решает, конечно. Да. И ультракилл для Nature's Profit. Ну, идеальный расклад. Проповедника. То есть Тини вышел такой, 20 с лишним брони, 3500 хп, нажал БКБ, впитал себе вообще все, что есть. Они его еще все себе пытались его убить, у него еще колечко, которое дает ему сверху 400 здоровья. Ну, много у него жизни было, да? Да, и... явно не тот герой, в которого ты хочешь вообще врываться. Так, ребята идут ломать первую сторону. Используется глиф, Медуза появится только через 50 секунд. И, скорее всего, ну, трон вряд ли успеют поломать. Но это 3 плюс бараки, я думаю, что заберут. Если, конечно, сейчас HF-а нафидят, причем прям так капитально, знаешь, по очереди, как это часто бывает в каком-нибудь ранке матчмейкинге, то можно было бы и в трон пойти, но HF, конечно, не настолько глупы, чтобы так бездарно отдать эту игру, они еще поборются здесь. Ну, сейчас будет самое главное драк на Рошане. Вот. Да, этого... следующий Рошан у нас, да, через 5 секунд. Очень важно там хорошо подраться HF-ом. Ну и КБУ, да, конечно. Да, при этом КБУ, они сейчас имеют большое преимущество из-за того, что они сломали вышечку, пришли все к черту задевардили, поставили большое количество сентрей, чтобы Никс чувствовал себя комфортно. Как раз вот тот самый Никс, да, который пришел, тыкнул сентри, нашел один вардец и уже денежку получает вот за все это дело. И теперь HF-ом, для того, чтобы выйти, им нужно тоже купить большое количество сентри, все эти сентри варда поснимать, чтобы они как минимум видели Никс Ассасина, который хорошо подсвечивает. А можно уже про гем, наверное, подумать, потому что все-таки, да, и варды, и Никс, и это все очень сильно мешает, но на какие шиши этот гем купить? Так, здесь смог ревелится, некий кул, уворачивается от стана. Смог заревелился, знают команду, то, что Рошан может появиться. Сейчас будет попытка зафорсить БКБ. У Релма, кстати говоря, у него появился талант на лишь в спрутах. То есть теперь оттуда не так просто выбраться. Братрума пытаются быстро убить. Братрум с байбеком или без. Прикопка пошла. Братрум живет. Стон есть просто прекрасный. Никсу плохо. Шторм врывается. Пытается убить Гримстроука. Темный портрет работает или нет, я не вижу. Работает, но я не могу его в драке заметить. Медуза очень жестко фокусят. Ману Медуза кончается. Ее пытается подсейвить виз. Прилокейт ему 8. Прекрасная работа. Здесь Ники Кул пока что под действием Soulbind'а. Без ресурсов уходит и телепортируется. Ультракилл для Nature's Profit'а. Не успевает он здесь подцепить телепортирующегося Шторм Спирита, и по итогу что мы увидели? Минус грим, и четверых героев забрали КБУ, при этом два байбека сделали. Sunlight... И это плюс Рошан, да. Да, Sunlight с Никсом молодцы, они сейчас круто вместе сыграли, там прикольно у них получилось. Ворвался Sunlight, поднял Медузу на 2,5 секунды, потом она приземлилась, он дал ей стан еще на 2 секунды. После этого Никс Ассасином продолжает свой контроль, Карапейс плюс Импейл. Если бы она там, ну если бы они ее не убивали, можно было еще разок ее поднять в уль и всю эту комбинацию повторить. Да. Вот уже налицо, что проблема у Медузы, потому что без Бакимбара ее просто контролит, и она не бьет. Да, ей надо БКБ. Но вот на самом деле Медузе до БКБ остается немножко. Она может разобрать свой Dragonlance и приобрести БКБ. А Эгис у Арка, да, и у него при этом еще такой относительно свежий Блэкинг Бар есть 8 секунд. Ну что, теперь как бы от дефа, так сказать. Кофеечку заварили и от дефа, что называется. 18к преимущество. Угу.
Очень жестко. 33-я минута, очень много. Сколько это получается? 37 плюс 10, 47. Еще плюс 7. Это 54 фрага уже за 32 минуты. Очень активная игра. И что-то я еще хотел сказать по поводу виспа. Он хочет себе гример. Вот лотос бы не помешал мне. Лотос, мне кажется, вообще прям must-have предмет. Понятно, что тренд протектор кое-как нафармил на форстав, чтобы можно было форстав эти спрутов. Это очень важный, хороший предмет. Но вот нужен еще лотос. Вот прям очень нужен. Там я, даже если Soulbind обратно вернуть, это уже будет круто. У Шторма как там по Аганиму? У Шторма Аганим. Слушай, я бы не стал сбрасывать со счетов команду HF. Вот, серьезно. С Аганимом на Шторме, с БКБ на Медузе, мне кажется, они на хайграунде вообще без проблем подерутся. А я обычно не сбрасываю. Я обычно говорю, что у этих слишком большое преимущество. Знаешь, когда в шахматах, там, не знаю, у тебя там... Ну, там, не знаю, лишний слон, лишний конь появился, там, преимущество, и осталось просто добить. Вот, по сути, сейчас это то, чем КБУ и ЕС занимаются. И самое главное, это вот пережить стонгейс. Всем дружно не замерзнуть, потому что если шторм всех стянет, и врываются медузы со стонгейзом, и все это время будет бить, и нужно просто продолжать вот эту вот ротацию станов в медузу, пока у нее нет блокинг-бара. А блокинг-бара все еще нет. То есть блокинг-бара все еще нет, и очень скоро появится. Вот они выехали за ней. Никс Ассасина сейчас увидит. Никс молодец, заранее прижимает Карапейс, поднимаясь на горку. БКБ-очка у Медузы появляется. Ну и теперь есть маленькая надежда, что Медуза все-таки сможет в драке подамажить. 9 секунд счастья у нее есть. Вот. 200 плюс 50, да? Там еще висп, он тизер. Тизером все это дело накручивает. Конечно, в идеале бы сейчас еще было дождаться, когда выпадет Аегис, потому что Аегис все-таки это довольно-таки существенное преимущество, но да, они плевали. Ребята решили, да, они увидели Никса и пытаются его забрать очень быстро. Это очень важный минус на самом деле, что по ММР-туристу. Дума, смотри, смотри, Дум хочет убежать, ММР-турист. ММР-турист убегает. И остальные остались. Опа, Грим. Грим ошибается. Грима начинает бить. Тини бьет штормам. Шторм тут же улетает. Рывается Медуза слишком рано, прожимает стангист. Вообще никого не было. Она просто забирает Гримстока. На самом деле могла это дело этого не нижать. Но был хороший выход. Там Никс подставился, Гримстрок подставился. И Дум на самом деле был очень близок к тому, чтобы попасться. Но... Да. Грызнулись. Ну, кое-как, да. Вроде отковырялись и чефы. То есть, опять-таки, Аеги, скорее всего, реализовать не получится. Мы ждем, пока заспавнится Грим, пока заспавнится Никс. Это надо перегруппироваться, нажать смоук, бежать куда-то, да? Я думаю, сейчас просто смог нажмут. Фурен с Айгисом, хочется подраться. Фурен очень сильный. Сингл-таргет Фурен сейчас делает больше урона, чем Медуза. Я вот могу сказать, что Дайр выиграют эту карту, потому что у них саппорты лучше. Как класс, вот именно. Гримстроук плюс Никс в лейте против пика HF лучше, чем Тренд плюс Ио против пика КБУ. Вот и все. И если, ну, как, короче, да, подраться-то, конечно, можно, но... Ой, гем неужели братву потеряет? Да, подарочек, подгон. А подобрать видит кто? Мужички. Ну, кстати, у Тини и так гем есть. Ну, значит, ну, минус гем для HF, да, минус гем для HF. Никит, я бы сказал, что... Вот, видимо, выиграет эту карту не потому, что саппорт лучше, а потому, что Барик просто вышел. Да, что просто Баратрум погиб. И фиданул без байбека, да, и ну, без танка да, и это сложно. Сейчас еще и тренд какой-нибудь фиданет без байбека, это будет вообще прям провал. Ну, вроде ковыряются как-то, очень хочется, конечно, Тини прям ворваться. Он там сейчас, смотри, Курой будет скаутить, Шторм врывается, троих цепляет, да ладно! Стонгейс! Что происходит вообще? Минус Грим. Арк. А Егис потеряет или нет? Потерял Егис. Дум замерз. Ладно, Дум замерз. А сейчас, сейчас ничего не произойдет, просто минус тренд. Да, да, ну, да. Дайр отходить не будут. Они, в принципе-то, ничего не нажали. Там, ага, еще один вортекс от Шторм Спирита. Да и Далос появляется у Медузы, жмется глиф, выигрывается время. Мать, кидай а Егиса змейку. Нет? Да, мать, кидай змейку. Главная задача. Мать, кидай змейку у них. Что ты смотришь, давай. Боится, что его Тини тоснет. Не успевает нажать карапасики. Сбивается Линкен Сфера. Хороший подкоп, что по Думу. Дум есть, и Висп не успевает сделать релокейт. Думу в Медузу. Медуза. Вот, все, да. Без байбека. Пишем ГГ. Ну да, без барика сложно. Из того самого танка, вот инициатора его просто нет. И, ну, короче, мясом сдавили. 20-ка преимущество. Вот, это слушай, это бодренькая карточка. КБУ ЕС молодцы. Во-первых, довольно-таки оригинально драфтили, да, потому что у нас тут Никс Ассасин давно не появлялись, а тут они же довыкатываются. Ну и в целом, как-то они поярче играли, чем HF. Намного ярче.
Но мы добавим с Никитой, что просто драться-то... Вообще, по сути, HF было нечем, да, потому что они когда играли свои карточки, где они выигрывали, у них там были Тимбер, Лешраки, были герои, которые имели большое количество заклинаний, чтобы можно было не мститься. А тут этого не было, и поэтому пожелаем HF вернуться вот к тем самым драфтам, найти какую-то альтернативу Тимберу и Лешраку, чтобы они смогли давать бой в мидгейме. Да, да. Так и запишем. В общем, будет небольшая пауза. Ребята попробуют придумать какой-то более удачный драфт для того, чтобы посражаться с КБУ US. Вот, мы с Димоном прервемся, заварим чайку и придем к вам тогда, когда начнется следующая карта, драфта следующей карты. Друзья, не скучайте.